Всем привет! Сегодня я хочу показать вам свой обменник, точнее альбом, который я использую для обменника, запасника. Он мне очень нравится, и поэтому я решил именно его разыграть в нашем конкурсе в связи со 100 участниками. Но, в общем, он выглядит таким образом. Поверхность его похожа на кожу, такую прорезиненную кожу, да? Вот, у него есть молния, что делает хранение карточек еще более безопасным. Давайте откроем, посмотрим. Сейчас у меня в нем находится мало карточек, потому что я многие использую для колод. Вот, значит, качество очень хорошее. Это мой любимый альбом. Вмещается здесь 12 карт на листе с одной стороны и с другой стороны. То есть 3 ряда по 4 карты вмещает. Можно раскладывать плейсетами и удобно смотреть, когда делаешь себе колоды. Вот таким образом это все выглядит. Как вы можете видеть, здесь у меня посыльный Геральфа, 4 штуки и другие карты. Очень удобно хранить плейсетами, наглядно, когда делаешь колоду. Всего альбом вмещает, дай бог памяти, 480 карт, точно не помню, но достаточно большое количество, по-моему, наибольшее количество среди тех, что я встречал. Вот. Альбом премиального качества, все очень круто. Мне очень нравится. Это мой любимый альбом. Называется он Ultimate Guard Quadro Zip Folio. Вот. Именно такой мы разыграем в нашем конкурсе в связи с тем, что у нас 100 участников появилось в группе. Здесь у меня гоблины. Здесь у меня обзанчик. Немножко гоблинов. Вот так все выглядит. Очень удобно. Всем советую и рекомендую.